И всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на моем канале Secret Toca. И сегодня у нас грандиозное просто обновление в Токе. Да, оно вышло, я вас могу обрадовать с этой новостью, потому что я уже думала, что оно сегодня не выйдет, так как не было никаких подсказок, вообще никаких трейлеров и абсолютно ничего. У меня уже, блин, пропала надежда, что что-то может выйти сегодня. Но у нас вышло, и даже не одно обновление, а два. Это локация, плюс еще пак мебели. И лично у меня эта локация стоит 179 рублей. У кого Android, то, возможно, у вас она будет стоить дешевле, но, может быть, и так же. Этого я уже не знаю. Но сейчас сначала мы с вами разберем в этом видео нашу локацию, которая меня сразу привлекло внимание. Что ж, давайте начнем. Значит, можем мы сразу заметить, что локация у нас будет двухэтажная, ну а также с ними вместе идут вот такие вот 10 персонажей. В новых вещах, а точнее в новой одежде, с новыми головными уборами и так далее. И пока я тут все листаю, то могу вам назвать локацию. Значит, в этой локации что нового? Подарки для тебя, твоих родных и друзей. Две локации, магазин подарков и ледяной бар на крыше. Подарки для родных и друзей, машина для упаковки подарков, собственный отдел в магазине, место для вечеринки на крыше с фейерверками. Вы представляете, сколько всего у нас появится в этой локации. И именно сейчас я постараюсь для вас снять подробный разбор нашей локации. Как вы можете уже увидеть, я покупаю эту локацию, и вот уже покупка завершена, сейчас мы будем строить, и вы не представляете мои ощущения на тот момент. Я была безмерно рада, потому что я реально уже думала, что все, нету надежды, никакой локации не будет, вообще ничего не будет, и типа все выйдет, блин, только к концу декабря. А тут такое, и давайте же уже зайдем и посмотрим, что у нас там находится. Значит, вот так у нас красиво выглядит наша прихожая. Тут есть коврик. Здесь есть вот такая мусорка. Она тоже, кстати, довольно красивая. И вот такая вот подвеска. Что это такой магазин, как бы. Тут мы заходим, и нас сразу встречает вот такая вот игрушка, растение. Вот такая очень красивая и уютная одежда. А также вот такой вот кошелек, только уже в розовом цвете, а не как фиолетовый, который нам выдавали на почте. Тут у нас также есть вот такие игрушки. Одна игрушка, мы ее могли уже видеть ранее. Ну а другая, вот у нас добавилась вот такая облачко с ручками. Также есть вот такие вот несколько видов жвачек. Затем тут висит вот такая картина. И за ней у нас находится секретка. Также вот на этой тетеньке есть новая одежда. Мне она очень даже нравится. Что ж, давайте же нажмем на эту секретку и посмотрим, что там может быть за стенкой. Так, я нажала на эту кнопку, но походу надо найти еще кнопочки. Ну а мы пока что посмотрим, что у нас есть еще. Значит, тут у нас находятся еще вот такие вот пакетики новые. Также вот такие разные картинки. Или точнее открытки. А тут можно упаковать подарок, как я поняла. Например, возьмем вот такую вот собачку. И у нас ее вот так вот упаковывают в подарок. В очень красивую даже упаковку. Как я поняла, тут можно выбирать разные упаковки, абсолютно какие ты захочешь. В стиле Хэллоуина. Или же в стиле просто для дня рождения, для Нового года. Или на день влюбленных, например. Это очень удобно и очень круто. Затем давайте перейдем в следующую комнату. Здесь она у нас выглядит вот так. Мне кажется, это что-то наподобие Хуса. Здесь мы можем увидеть уже нам всем известную вот такую подушечку в виде арбузика, но добавили новые. В виде лимончика. Это в виде яблока, по-моему, либо я ошибаюсь. Это в виде клубнички. Это в виде банана и в виде груши. Также добавили вот такие новые растения. Они мне очень даже пригляделись. Особенно вот это вот... Ромашка, она очень даже симпатичная. Также у нас здесь есть все необходимое там для спа, шампунь, такие вот всякие увлажняшки. И еще появились вот такие вот шары. Да, мы вот такой уже могли увидеть в киностудии ранее. Ну а вот эти два появились в этой локации. Мне они нравятся. Тут также стоят пуфики, где можно посидеть. В следующей комнате у нас появились вот такие новые персонажи. И как я поняла, в новой одежде. Так, ну и здесь у нас магазин, где можно купить все для видеоигр. По-любому отведу сюда Лео. Кстати, посмотрите, какая симпатичная шапочка. Может быть, сходите купить ее здесь? Значит, тут у нас есть новый вид вот этих вот приставок, так скажем. Ну и также у нас здесь есть вот этот новый диск.
Я еще пока что его не пробовала, но обязательно попробую потом. И только посмотрите, какие милашки у нас появились здесь на витрине. Просто пусечки. Также у нас вот такие вот игрушки появились тоже. Они, походу, специальные, как бы, для видеоигр. Ну, или точнее, это, наверное, роботы. Ну, и тут есть еще их куча. О, а вот и следующая секретка, следующая кнопка. Мы уже на нее тоже нажали. Дальше мы можем поехать на второй этаж. Но это позже, так как мы еще не посмотрели первый. И тут я поняла, можно создать какой-то свой уже магазинчик. Вот, нам дали тут даже краску. Ого. И она вытекает. Обалдеть, ребят. Я в шоке. Также нам дали вот такие таблички. И затем вот такую жидкость для окон. Ну и следующая комната, это такая тайная комнатка, или точнее склад. Здесь есть вот такой телефончик. На нем вроде бы никаких новых картинок не появилось. Яблоко. Коробка очень красивая даже, мне нравится. Затем у нас появились вот такие конфетки, или точнее автомат с конфетками на Хэллоуин. То есть в следующий Хэллоуин можно это использовать. И тут у нас появились новые свечки, новые открытки. Вот такая тыковка, вот такой новый светильник. Ну, конечно, как же без светильников? Мы все прекрасно знаем, что разработчики у нас их очень любят. Затем еще вот такая открытка. Вот такие они разные внутри. И мне, кстати, очень нравится, как сделана анимация, когда они раскладываются. То есть, как будто и вправду вы просто взяли и открыли эту открытку. Затем еще вот такая свечка. Вот такая табличка. Вот такая еще открытка. Такая корзинка, в которую можно складывать конфетки. И последняя вот такая свечка. Мы сложим это все обратно, чтобы нам ничего не мешалось дальше все смотреть. Так, ну это я, конечно, буду разбирать долго. О, а вот и следующая подсказка. И смотрите, что у нас открылось в итоге. У нас открылся новый Крампит. О, боже, он такой смешной, посмотрите. На него что только не наложили. Но он очень даже симпатичный. Также у нас тут появился алмазик новый. Вот такие монетки. И вот такая розовая конфетка. Блин, секретка мне очень понравилась. Крампит реально смешной. Ну, а значит, в этой коробке у нас лежит все для праздника. То есть для обычного какого-нибудь. Для 8 марта, например, там, для 23 февраля. Ну, я не знаю. Для дня рождения, в общем-то, можно так сказать. Тут есть вот такой вот новый светильник. Это звездочка. Мне он нравится. Ну, и куча разных других штучек. Ой, дудки. Леденцы, тюльпаны вот в такой красивой вазе. Затем еще дудка. Вот такие вот зонтики для бокалов. Да, их можно прямо поставить туда. Очень красиво. Колпачки разные. И также вот такая табличка с шариками воздушными. Затем у нас дальше идет вот эта коробка. И, кстати, у нас появилась еще вот такая одежда работника. То есть для того, чтобы сортировать всякие вещи по коробкам, я так поняла, на складе. Значит, тут у нас все для дня влюбленных. Вот такие вот свечки. О, боже, Мишка, это просто краш. Я не могу, Мишка очень миленький, ребята. Все, я не могу. Вот такие свечки, очень красивые. Затем вот такой еще светильник в виде сердечка. Или вот такая розочка в вазе в виде сердечка. Вот такая табличка, что это для дня влюбленных, видимо. И здесь у нас вот такие конфетки в виде сердец. Ну все в виде сердец. Затем вот такие цветы, розы. И вот такая ваза уже в красный горошек, кстати. Там было в желтый, тут в красный. Ой, точнее, там было в белый горошек, но ваза сама была желтая. А здесь белая ваза и красный горошек. Ну и вот такая еще последняя свечка, которую я не могла достать ранее. Ну и, в общем-то, здесь еще у нас осталась вот такая коробка и вот такая елка для Нового года уже. Давайте посмотрим, что здесь. Вот такое вот кольцо у нас очень красивое новогоднее. Затем вот такие вот свечки, очень красивые. Очень подойдут к новогоднему декору. Затем на елочку можно повесить вот это вот украшение. Еще вот такая новогодняя табличка. Дальше у нас вот такие вот есть открытки здесь. Вот. Но они уже оформлены там по-одинаковому. Мы могли увидеть. Но рисунки разные. Ну и вот такая еще открытка. Она, наверное, да. Тут уже внутри чуть-чуть по-другому. Также вот такое
Также вот такой фонарик, тоже зимний. И тут у нас еще украшение. О, свечка замечательная просто. Дальше вот такие вот маленькие-маленькие елочные игрушки. Это чтобы они подошли, наверное, вот на эту елочку нашу. Да, я правильно поняла. И это мы не будем озвучивать. Это все, что мы здесь вроде бы рассмотрели, если я не ошибаюсь. Кстати, смотрите, что я нашла. Здесь можно сделать новогоднее украшение по нашему всему, так скажем, торговому центру. И их можно менять как на День влюбленных, как на Хэллоуин, также на праздник на какой-нибудь. И вообще без всяких декораций. Боже, это так удобно, просто шикарно. Но теперь пришло время ехать на второй этаж. Кстати, тут у нас четко показана карта того, что здесь есть в нашем торговом центре. Поехали дальше. Вау! Вы только посмотрите, здесь у нас уже сразу вот такой вот коврик с логотипом этого торгового центра, так скажем. Дальше здесь у нас идет магазин одежды, еще один! Вы не представляете, но я вот в недавнем обустройстве, а точнее в пятницу, упоминала о том, что было бы неплохо сделать еще один магазин одежды и торговый центр в общем-то. Обалдеть! Вот как будто я сама уже знала, что выйдет такое грандиозное и прекрасное обновление. Давайте смотреть дальше. Тут у нас есть вот такая гардеробная, но также есть и вот такая. Ой, девушка, извините. Да, я переодеваюсь. Но можно я, пожалуйста, сделаю обзор на одежду, которая на вас... Ну ладно. В общем, смотрите, тут есть вот такая шапочка с лягушонком. Затем вот такой вот еще симпотненький комплектик. Также вот такая шапочка. Еще вот такая толстовка, очень теплая, да? Конечно, зеленого цвета. Угу. Здесь также есть у нас вот такая шляпа. Подождите. Кстати, вот такая новая одежда добавилась. И еще у нас появились вот такие вот очки. Вау, о май гад. В общем, очень прикольно и стильно. Что? Кстати, откуда у вас пирсинг на носу? Не знаю. Ну ладно. Здесь у нас есть логотип нашего, так скажем, магазина одежды. А тут у нас висит вся новая одежда. Боже! У меня уже не хватает эмоций. Просто мне не хватает слов, чтобы передать вам мои эмоции. Как я рада, что нам тут добавили столько всего. А вот и уже первая одежда на мне. Давайте померим всю. Вот так будет выглядеть эта одежда. Так, затем... Вот эта одежда, это курточка с джинсами, ботиночками и футболкой, очень стильно и прикольно. Дальше у нас идет вот такая рубашка с джинсами, тоже довольно симпатичная. Вот такой вот костюм, вау, ну шикарный, скажите ведь. Еще у нас идет вот это просто все. Я не могу. Здесь все шикарно, абсолютно. Дальше вот такие штаны, футболка. И, как я поняла, под этой футболкой у нас находится кофта. Вот, от чего и такие рукава. Очень стильно и модно. И вот такой вот сарафанчик с футболкой. Тоже очень смотрится миленько и прикольненько, но мне лично понравился больше всех вот этот наряд. Ну и вот этот, наверное, тоже. Затем у нас появились новые вот такие приборы головные всякие разные. Шляпки, шапки, кепки и вот такие повязки. Далее вот такие очки. И тут магазин косметики, где можно себе приобрести несколько вот таких вот увлажняшек, так скажем. Тут у нас находятся новые палетки теней. Вы серьезно? Я этого ждала всю жизнь, наверное. И тут есть разные цвета. В общем-то, очень симпатично тоже. Ставлю плюсик. Кстати, вроде бы никогда нельзя было на палетку ложить, или точнее класть какую-нибудь другую вещь. А тут можно. Прикольно. И у нас появились еще вот такие помадки. Они находятся вот здесь, вот. Разных цветов. Мне вот, например, попалась вот такая зеленая. Я сначала подумала, что это спонжики. Ну вот. Но походу вот это точно должны быть спонжики. Их уже тут видно в прозрачном пакетике. Также у нас появились вот такие всякие хайлайтеры или... Ой-ой-ой-ой-ой.
В общем, как лично я поняла, что это, наверное, тени такие разных оттенков. Есть черные, есть белые и другие тут. Также еще тут можно приобрести такие кисточки. Они вот в таких всех упаковочках. Есть тонкие, есть толстые. В общем, все как надо. Также у нас тут вот такие вот растения. И еще находятся вот такие вот два вида очков. И тут у нас еще можно заметить вот такие вот несколько, 3 пакетика. Они уже были на первом этаже. Тут у нас, значит, находится вот такая зона. Тут, кстати, тоже можно все украсить вот здесь вот, за этими дверками. Все к какому-нибудь любому празднику. Давайте пока что украсим к новогоднему. О, круто. Тут у нас, значит, есть новые ленивцы, походу. Но, может быть, и старые. Сейчас посмотрим. Значит, новые. Давайте посмотрим же, какие новые ленивцы нам попадутся. В общем, вот такие нам попались ленивцы. Сейчас всех расставлю вам, чтобы было видно. Есть, значит, тут ленивцы, которые похожи на локации. Например, вот этот ленивец похож на локацию, которая парк аттракционов. Этот, например, на локацию нашего аквапарка. Ну, а вот это на нашу пекарню бесплатную. А вот этот такой миленький, безобидненький, очень мило. Затем у нас тут еще в пакетике находятся новые очки. И вот такая карта, которой можно расплатиться. Ну, это все в пакетике, естественно. А следующее, это вот такая кафешка, где можно перекусить. И все оформлено в стиле нашего Нового года, так скажем. Вот, мне даже тут холодно, потому что тут, посмотрите, сколько всего. Даже стулья изо льда и стол. Значит, тут можно покушать вот за этим таким вот столиком. Кстати, посмотрите, какие красивые стаканчики. Тоже сделаны как будто изо льда. Ну и тут у нас появились еще какие-то вот такие вот необычные штучки. И в итоге после увиденного я поняла, что это наверняка кексы какие-нибудь. Кстати, посмотрите, вот на очках этого дяденьки у нас такой как бы морозец. Ну, вы знаете, что когда у нас мороз, все покрывается инеем. И вот, тут именно так и есть. Поэтому можно для чего-нибудь использовать. Также на нем вот такая вот одежда, в которой можно здесь работать. И вот такая шапка. Также здесь у нас можно сделать фотку. У нас есть VIP-зона, так сказать. И здесь можно даже сделать фотку. Она распечатается здесь, и вы сможете спокойно ее перенести на любую локацию. Ну а тут у нас, в общем, вот такой вот диванчик, где можно покушать. И, как я поняла, там все внизу, все горы и все такое. Также находится вот такой кролик. Очень миленький. О, он говорит как Рики. Затем тут у нас можно, значит, запустить фейерверк. Давайте сделаем ночь, чтобы проверить это все. Так. Вау, это фейерверк. А здесь можно еще также сделать вот такое освещение. Ого! Посмотрите, какая анимация. Шикарнейшая. Также можно сделать еще что-то. Это вот такие несколько фейерверков. Еще можно сделать вот такие фейерверки сразу же. И вот такие фейерверки. И это будет все вот так смотреться вместе. Ну а если по отдельности, то можно вот так вот все выключать. То есть тут можно переключать всякие режимы разные совершенно. О, это такой спиралькой у нас салюты. В общем, дальше у нас находится вот такое сиденье. Здесь вот такие вот сделаны стульчики и вот такой столик. Значит, посмотрите, какие тарелки тоже, обратите внимание. Затем вот такие стаканчики, которые мы уже могли увидеть. И вот такая новая одежда на этих персонажах. Затем еще вот такая тоже новая повязка. Ее в магазине нет, но на этой девушке ее можно забрать у нее. Также тут может поработать диджей. Ну или вы можете забрать куда-нибудь этот компьютер, потому что выглядит он в принципе красиво. Ну и здесь у нас такой вот как бы балкончик тоже с гирляндами тут. В общем-то, все очень красивенько. В общем, это сейчас и была наша вся локация. На самом деле, она мне очень сильно понравилась. Очень красивая и необычная. Я ставлю ей прям точную оценку 10 из 10, потому что такого я никогда не ожидала обновления. И просто даже не думала, что оно может когда-то выйти. Ну, оно шикарнейшее. Раньше я думала, что здесь будет какая-нибудь сауна или что-нибудь типа того. А оказалось, что совсем по-другому. Это можно назвать вторым торговым центром в Toca Life World. А также, если у вас платная версия и вам разрешают, ну, покупать некоторые локации, то обязательно можете попросить у них эту локацию. Я думаю, что они вам разрешают ее купить, так как она стоит своих денег. Поэтому вот
Даже не сомневайтесь, покупайте ее, она реально очень крутая, и вещей здесь очень много разных всех и интересных. И я очень рада, что именно выпустили такую локацию. Мне она очень понравилась. Ну а если вам тоже понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А также напишите свою оценку этой локации в комментариях. Как мне, она просто шикарнейшая. Ей даже 10 из 10 поставить нельзя. Ей надо 100 миллиардов из 10 ставить. Но она на меня произвела просто очень положительное впечатление. Ну и на этом все. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.